Всем доброго и сладкого дня! Сегодня я хочу испечь шоколадные и ванильные кексы. Вот такие вот в итоге кексики у меня получится. Их я буду украшать крем-чиз и картинками из вафельной бумаги. Для этого нам понадобится 2 яйца, 130 грамм сахара, 100 грамм масла, 50 грамм горького шоколада, 180 грамм муки, 3 столовые ложки какао, 100 миллилитров молока, 1 чайная ложка соды. Итак, приступим. Для начала нам нужно растопить шоколад и масло. Выкладываем все это в чашу, добавляем сахар и начинаем взбивать. Взбиваем минутки 3-4. Такая масса у нас получается. И добавляем одно яйцо. Взбиваем, уже масса у нас начинает немножко становиться пышной. Добавляем второе яйцо. Вот такая вот у нас светлая и пышная масса получилась. Взбиваю также где-то минуты 3 или 4. После этого мы добавляем муку и все остальные ингредиенты, кроме молока. Точный рецепт я оставлю в описании. Все хорошо взбиваем до однородной массы. Перемешиваем хорошо лопаткой. И будем постепенно вводить молоко. Масса получается очень однородной, гладкой, блестящей. Вот такая вот пышная масса у нас получается. Все хорошо перемешиваем еще раз лопаткой. Кексы получились очень вкусные, очень шоколадные. Выкладываем тесто в формочки. Я буду выкладывать меньше половинки, так как у меня еще будет крем. Шоколадные кексики мы будем выпекать в разогретой духовке. Вверх-вниз 160 градусов 20 минут. Здесь я их отбиваю, чтобы они стали однородными. Теперь займемся ванильными кексиками. Здесь у меня 125 грамм масла. Хорошо его пробиваю. Добавляю порциями сахар. Здесь сахара тоже 125 грамм. Добавляем ванильный сахар, 1 чайная ложка ванильного сахара, тоже хорошо пробиваем. Для теста нам понадобится 2 яйца, точно так же мы их добавляем по одному, хорошо все взбиваем и добавляем следующее яйцо. Thank you.
пробиваем все еще минуты 4-5. Добавляем муку. Соду, разрыхлитель. Сейчас я все хорошо соберу лопаткой с краев и все еще раз хорошо взбиваем и добавляем. Здесь у меня 2 столовые ложки молока. Все хорошо взбиваем. А муки по рецепту нужно тоже 125 грамм, но я добавила 150-155 грамм, так как тесто было немножко жидковатое, и в итоге кексики бы получились не очень плотными. Вот такое тесто у нас получается. Вот они, первые готовые кексики шоколадные. Выкладываю тесто тоже меньше половинки, чтобы у меня не было верхушки горкой, так как я буду еще украшать кексики кремом. Отправляю их в духовку на 180 градусов минут 20-25. Здесь я уже подготовила крем-чиз. Крем-чиз у меня на сливках. Перекладываю его в мешочек. Такой вот крем у нас получается. Каждый капкейк, кексик я буду взвешивать. На каждый кексик нам понадобится 50 грамм крема, у меня 17 штук, и 17 мы умножаем на 50, получается 850 крема у меня сейчас находится в чашке. Вот таким способом я украшаю кексики. Мне заказали кексики с тематикой полиция. Их я сделала из мастичной бумаги. Вот такой простой, быстрый декор может у вас получиться. Всем спасибо и хорошего дня. Пока-пока.